Андрей Воробьев вручил награды медработникам Одинцовской областной больницы. Орденами Пирогова награждены сразу 5 специалистов учреждения. Во время пандемии помимо 2 инфекционных отделений в Одинцово и Никольском было развернуто еще и временное инфекционное отделение на базе парка «Патриот». Вылечить от коронавируса медики смогли уже более 2000 пациентов. В списке награжденных главный врач Андрей Фадеев, заведующий инфекционным отделением Светлана Киян, врач-инфекционист Александр Литвинов, руководитель Центра анестезиологии и реанимации Денис Цветков, исполняющий обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елена Шатнева. С благодарностью губернатора Московской области награждены 10 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова.